Однажды, возвращаясь домой, решила сократить путь и пройти через двор соседнего дома. Проходя мимо кустов, увидела лежащую голову. От неожиданности меня передернуло, но приглядевшись, поняла, что это голова манекена. Взяв в руки, я удивилась ее реалистичности. Если бы я знала, какое зло она в себе хранит, ни за что не взяла бы ее. Тогда мне пришла идея напугать своего младшего братика. Когда уснет, положу голову манекена на тумбочку напротив его кровати. Когда проснется, испугается, а я от души посмеюсь. Ночью у меня получилось незаметно прокрасться в его комнату положить голову на тумбу. Еле смех сдержала. Но на утро, когда я проснулась в своей комнате, мне было уже не до смеха. На полу в моей комнате стояла голова. Сперва я подумала, что брат отнес мне ее обратно, но присмотревшись, заорала. На полу лежала отрубленная голова брата, а голова манекена бесследно пропала.